человек. Они выкинули таксиста из машины. И нас вниз головой. Мне попытались завязать руки за спиной. Сашу проткнули, видимо, тогда ткнули ножиком. Потому что кровь начала течь у него оттуда. Вот, проехали какое-то расстояние, и машина заглохла. Ну, это, они ее не смогли завести, и уже нас затащили там в какой-то овраг и начали избивать. Сколько? Соответственно, прямо говорили, что ты слишком многих здесь защищаешь, защищаю себя, здесь никого защищать не нужно. Я прям это слышала, и в общем, как бы страшно было, потому что требовали, чтобы он убрал руку от лица, и чтобы они... Чтобы им удобно. Да, чтобы сильнее его ногой ударить по лицу.